Здравствуйте, друзья! И снова я с вами, Волченко Сергей. Очередной обзор, ребята! Очередной обзорчик у нас. Извиняюсь, что так долго не делал их, потому что был занят. А сейчас пришла техника у нас. А, посмотрите, какая. Ах, красавец стоит, а! Кто знаком с техникой, сейчас сразу скажет, что это за квадрик, да? Посмотрим. Литые диски. Ручное переключение передач, вперед-назад нейтралочка, сзади диски красивые, этот выхлоп, мы сейчас его заведем обязательно и послушаем, как он работает. Обратите внимание, фаркоп, допом ручной запуск идет, ну стандартное, обогрев ручек, вот он включается. Итак, друзья, пришел у нас товар, 150 кубов, Hunter. Avantis Hunter 150 премиум, в премиум комплектации. До этого обзоры были, 200 и в принципе все то же самое, одинаковый, только там 200-кубовый движок и жидкостное охлаждение, здесь воздушное охлаждение. Итак, давайте я пробегу, сейчас расскажу, кто первый раз с этим знаком, кто собирается покупать такую технику ребенку. Ребенку, на мой взгляд, от 12 лет можно сажать. Невский у нас пилот катается на них 12 лет, вполне рулит он ими, все великолепно, замечательно. Просто нужно обучить, что нужно делать, да? Показать ребенку. Итак, что, 150 кубов, скорость вперед, скорость назад, вариатор. Вперед ручкой воткнули скорость и поехали. Нейтралочка и назад. Очень легко переключается, буквально вот пальчиками. Все прям вообще очень доступно для детей. Гидравлические тормоза, правая ручка, передняя ось, диск, левая ручка, гидравлика, задний диск, задняя ось. Собственно, что нового стало? Приборная панель стала электронной, показывает температуру, расход, скорость вперед, назад, аккумулятор, свет включен, выключен, собственно, и все. Ну, пробег, соответственно. Дальше что? 150 кубов, повторюсь, давайте посмотрим, что на нем. Если мы сейчас найдем, где это выбивают, что на нем набито, это важно, потому что если у вас будет 150 кубов набито на нем, соответственно, вам придется его ставить на учет и иметь при себе права на управление трактором. Ребята, не категория А, а трактором. Не вижу я, где здесь чего пробито. Прошлый раз мы искали, не нашли. Ну вот какая-то маркировка была здесь. Есть, точнее не была, а есть маркировка какая-то. Не могу понять. Сейчас попробуем полазить, я потом еще дополню. Попробую найти маркировку именно 0,49 кубов. Посмотрим. Так, а на винтабличке как он маркируется-то? Где это винтабличка-то? А, вот вин. Вот, ребят, смотрите, вес нету, 162 килограмма, на максимальная нагрузка 200 килограмм, то есть его вдвоем можно на нем кататься вообще спокойно. 50 АТВ 50Н дробь 8 произнес в Китае, там тролливали. Посмотрим, мы маркировку обязательно потом сообщим, что на нем набито. Итак, собственно, двухместный квадрик, ну изначально вдвоем очень стрёмно кататься на квадроцикле, да, скажем так, вон даже здесь написано, нельзя этого делать. Ну, по безопасности, но если в адеквате кататься, то есть опыт показывает, практика, все вполне адекватно. Подставочка под заднюю, для заднего пассажира, под пяточки, вполне удобно будет, ноги не будут болтаться, никуда не впадать, ни туда, ни сюда, все будет спрятано. Ну, грязище, если по грязи будете ехать, все равно будет забрызгивать вас, что с задней оси, что с передних колес. Ну, это, в принципе, подразумевает, да, квадроцикл, экстремальную езду какую-то. Чистыми точно не останетесь, если по лужам будете гонять. Что еще? Фаркоп сзади. Ребят, сюда фаркоп не надо нагружать. Всегда говорю, не надо, а сюда вес огромный какой-то цеплять, прицеп. Сейчас я повезу, квадрик мощный. Движка хватит, квадрик мощный. Втулки расшатаете вместе с задним рычагом. И потом у вас начнутся проблемы. Цепь начнет слетать, там прокручиваться, ну и все вытекающие из этого. Если хотите что-то серьезное цеплять, какой-то прицеп, что-нибудь, ну такое в адеквате, да, серьезное, цепляем вот сюда, либо вот туда. Погнули, если выправили, да, выправили, дальше поехали. Сюда цеплять не надо ничего.
Итак, возраст сказал где-то примерно от 12 лет. Ну, можно поменьше, но то, наверное, ребенка, но под контролем надо, чтобы руль он провернул. А дальше что? Обогрев ручек, два режима. Маленькие, да, то есть и потеплее будет. Зимой катался, сам могу сказать, офигенная штука. Руки греют изнутри, вообще тепло становится вообще четко. А, фал безопасности слетает, если что, датчика в простонародье. А, дальше глушим, заводим квадроцикл, ну, режим, да. Глушим, чтобы ключом на ходу не поворачивать. Отпускаем, это режим запуска. А стартер не сработает, пока не нажмете на тормоз, ну и безопасность. Что еще? Багажники, ну багажники пишут не силовые, ногами мы становились на них нормально, они держат все в порядке, но опять же, сильно не нагружайте, на кочках нагрузка другая, да, абсолютно. Заведем, попробуем. Кто не знаком с квадроциклом, ребята, ставим нейтральную скорость посередине, нажимаем на тормоз, ну поворачиваем ключ, нажимаем на тормоз. И смотрим еще вот сюда, вот здесь увидите букву N. Gear, передача, нейтральная. И запускаем. Звук, конечно, здесь потрясающий, надо сейчас порычать немножко. Прикольно, да? Кататься будете всей деревни, если квадроцикл такой привезете себе домой. А так что сказать, ребят, он развивает скорость километров до 50, может даже больше, до 60, но мы не пробовали этого, там 50 километров для такого квадрика нормальная скорость. А, топливо 3 литра бак, укатаетесь на этих 3 литрах, там сотню проедете точно, можно даже и вообще, мне кажется, запасную канистру не возить с собой. Ну а если будете с собой брать резиночкой, щелк ее. А, что еще, брелки в комплекте есть. Соответственно, он его должен заводить и без ключей. Давайте попробуем. Еще не пробовал в новой модели этой. Вот стрелочка, сейчас должен завестись. О, угадал. Ну, не угадал, я знал вообще-то, как они работают. Ну, просто на этом квадрике я еще не пробовал брелки. Потому что на других моделях вы пока ключ не воткнете, он с брелка не сработает. Здесь все работает. Итак, что еще, кто не знает. Ограничитель скорости. Ребенка посадили, болт закрутили до упора. Прям вот этот болт. Посадили ребенка и говорите... Едем и пробуем ехать. Он механическим путем перекрывает курок, не дает, да, движение полное. И потихоньку откручиваете. Разок открутили, посмотрели, как дальше едет. Открутили, посмотрели, как дальше едет. Ну, конечно же, ребенок увидит, если отвертку возьмет и открутит. Будьте внимательны. А так, что сказать. Квадроциклы, как обычно, Avantis подтверждает свое качество. Мало того, что качество квадриков, ну, оно адекватное. А еще момент такой, сервисный центр хороший, ребята, адекватнейшие люди, с ними можно позвонить, поговорить, что делать, как масло следует залить, ну все технические вопросы, которые возникают, или там запустить как квадрик, если не знаете, проконсультируют всегда, ничего, не, вот, ни разу не отказывали, сколько каких вопросов было, там, то поворотник какой-то не работал, лампочку разбили, то еще что-то, вот всегда, вот, да, такие мелочи, конечно, но даже на мелочи ребята отвечают, помогают и вообще никаких проблем нету. Так что, собственно... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне комментарии, ребят, может я что-то не так делаю, поправьте меня, буду стараться делать так, как вам удобно, но по существу, то есть вот так, вот так, вот так, я окей, все, принял, буду двигаться дальше. А так, собственно, спасибо всем большое за внимание, а с вами был Волченко Сергей, всем удачи!